будят судьи. Очень крутые. Итак, встречаем, дорогие друзья, следующих бойцов. Весовая категория 70 килограмм. Равшан Улу Аджикул, Кыргызстан. Его соперник, боец из Узбекистана, Мамадалиев Шахзод. Бойцы в октагоне! Поехали, дорогие друзья! Весовая категория 70 килограмм в синем углу. Встречайте бойца из Кыргызстана, Равшан Улу Аджикул! Его соперник, весовая категория 70 килограммов, рост 170 сантиметров. Команда Узбекистан, Мамадалиев Шахзод. Бойцы на середину. Бойцы, слушайте мою команду. Команда была стоп, не работаем. Сетка, шорты, перчатки не хватаем. Запрещенный удар не бьем, позвоночник, затылок, пах не бьем. Удачи бойцам по углам. Спокойно, что? Георгий Дед. Вор! Остальные уходим. Красный угол, 2 секунды. Очень красивый бой демонстрирует Шахзод и Аджикул. Чыла баяп деп, чыла!
Конец первого раунда! Красивый бой был там, давай. До конца. Куча догилаем на Штер, проход. Başağına çıksa vot getes. O krasat. Oğlum çek. Çekin hadi. Çekin ha. Şaşma. Girganı mena vurup dur. O oğlan mena vur başına. Oğlan vur. Vur. Bas bas. Çık dur. Başağına. Dur. Оба бойца очень спокойно бьются в стойке. Давайте, бойцы, поактивнее. Оба, какой удар! Но мимо. Бойцы работают в партере, а Чикол работает сверху. Бойцы, стойка. Давайте, бойцы, еще активней. Хорошо, давайте поддержим бойцов. Отлично, поехали. Еще активнее, бойцы, еще активнее. Конец второго раунда. Ждем ответов от судей. В это время готовятся следующие бойцы: Маматов Дастанбек и Ахматов Баястан. Весовая категория 93 килограмма. Давайте поактивнее, набираем скорость. Почему так затихли? Хорошо, давайте больше шума!
Очень сложный выбор для судейского штаба. Потому что оба бойца бились очень хорошо. Дорогие друзья, решением судей победу одержал боец в синем углу из Кыргызстана Равшан Улу Ачикул! А в это время встречаем наших тяжеловесов. Весовая категория 93 килограмма. Боец из Кыргызстана Маматов Дастанбек. Отлично, спасибо бойцам.